Всем привет, с вами Оксана Майкова, я помогаю инвестировать в недвижимость в Испании максимально выгодно и безопасно. И сегодня очередное видео из серии «Испанская недвижимость». Но сегодня я хочу немножечко тему поменять. Мы в каждом видео говорим о каких-то полезностях, о том, как заработать на недвижимости, как купить недвижимость без посредника. Но и сегодня у нас будут не совсем обычные апартаменты, апартаменты для себя любимых. В чем разница между коммерческими апартаментами на сдачу в аренду и апартаментами для себя? Да, они всегда немножко дороже стоят, да, они немножко выше за квадратный метр, и рассматриваем мы их со стороны, с другой точки зрения, рассматриваем мы их со стороны нравится, не нравится, хорошо ли душа у меня легла к этим апартаментам. И вот как раз вот эти апартаменты сегодня я хочу вам показать, такого типа апартаментов. Сейчас не буду загадывать загадки, поговорим об этом позже, просто смотрите, то есть по характеристикам, по видам из окна, по организации кухни, спальни, то есть квартира, она сама за себя говорит, что за люди здесь живут, замужем, они женаты, одиночки, то есть квартира, она очень много рассказывает. Стоимость данных апартаментов 118,5 тысяч евро, 75 квадратов, 2 спальни, и находятся они как бы на нижнем этаже. Если мы входим, вот смотрите, мы входим в зал и сразу определяем характер людей, характер продавцов, чтобы впоследствии можно было говорить о цене. Посмотрите, насколько добротная мебель, насколько аккуратно прибрана квартира, хотя здесь живет собака, я вам могу сказать. И апартаменты оборудованы не совсем в испанском стиле. Говоря с владельцами квартир, я выяснила, что они хотят переехать в другую страну, то есть у них срочная продажа, и они хотели бы поработать над быстрой продажей, как я поняла, потому что квартира еще и в ипотеке. Но, судя по тому, что квартиру я показывала в июне месяце, а сегодня сентябрь, либо никто не поработал над этой ценой, либо это не та срочная продажа и не та проблема, которую вы можете помочь решить данным людям с быстрой покупкой. Вот здесь всегда обращайте внимание на детали. То есть, чтобы цену снизить, нужно понять проблему. Нет проблемы, нет работы с ценой. Эта квартира выставлена во всех мобилиариях, которые только можно. То есть найти ее можно на любом сайте. Одна и та же цена, ее все показывают. Даже мы ее посмотрели два раза с разными агентами. Но один раз мы смотрели ее с молодыми ребятами, которые собираются уезжать, другой с их родителями. Так вот, в чем вопрос? Почему до сих пор квартира не продана? А я жду ваших комментариев под этим видео. Что вы думаете по этому поводу и какие обзоры вы бы хотели, чтобы я для вас снимала? Какие темы вы хотите, чтобы я затрагивала в своих видео, на какие вопросы отвечала? Не забывайте, что 5 числа каждого месяца у нас брифинг по недвижимости. Он бесплатный, вы можете туда прийти, задать вопросы. Описание есть под этим видео подробно. Ну и естественно, но у нас открыта школа профессиональной покупателя «Сам себе риэлтор», где мы готовимся к грамотному инвестированию в недвижимость Испании. К инвестированию без посредников максимально выгодно и безопасно. Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте под этим видео комментарий. Если нужна какая-то дополнительная информация, вся она есть под этим видео в описании. С вами была Оксана Майкова. Пока-пока, увидимся в следующем видео.